Слушайте, но у меня память на телефоне кончилась, и видео пришлось прервать. И вот эту часть сада, конечно, я вам не показала, которая тоже заросшая. Это прям пипец какой-то. На дорожках, представляете? Представляете, на дорожках, что выросло? Ой, ну вот еще слива. Слива у меня осталась. В общем, я пока видео грузилась, пока я и телефон чистила, и видео грузила, сбегала уже и огурцов нарвала, и полила их. Вы видите, сколько сливы? Это желтая. И она уже готова. Прямо ее видимо-невидимо. Птички поют. Красота. Надо прям вот эту вот будет мне обрывать. И, наверное, компот делать. Такая не мелкая, хорошая. Хорошенькая такая, да? Вот это я не успела вам, конечно, доснять. Ну, а так, вот еще это круглая уже слива, это другой сорт. Тоже ее много. Так что вот так вот, дорогие мои. Все у нас хорошо. Вот. Мы с вами прошлись, прогулялись по саду, сделали ревизию. Теперь у меня есть понимание, что нужно делать с садом. Срочно нужно приводить все в порядок. Ну все, дорогие мои, не скучайте. Пока-пока. Пошла я варить борщ.